Маленькие танцоры с далеко идущими планами. Бендерчане готовятся покорить Китай. Танцевальная пара едет на чемпионат мира. Как готовятся и о чем мечтают юные таланты, узнавала Ольга Гаврилова. Прическа для танцоров очень важна. Потому что порой бывают такие ситуации на паркете, когда две пары набирают одинаковое количество баллов. И эстетический вид ребят помогает им достичь первых мест. Екатерина – парикмахер, а по совместительству мама. Следит не только за стилем дочери, но и пары в целом. Это ребята в финале соревнований. Танцоры стали одними из лучших в национальном чемпионате Молдовы. Они начинали с четвертьфинала, то есть это более 24 пар было. И по результатам этого турнира, причем его судило независимое международное судейство, они заняли третье место. Результат позволил танцорам из Бендер попасть в четверку сильнейших пар Молдовы и поехать на чемпионат мира в Китай. Там встретятся с представителями 8 самых сильных танцевальных стран. Мы стараемся дать им как можно больше технических моментов, для того, чтобы, когда мы выезжали на какие-то более серьезные турниры, чтобы они не подводили наше Приднестровье, наши Бендеры. Чтобы так порхать над паркетом к 9 годам, пришлось начать ходить по нему в 3. Сначала ребята танцевали соло. Говорят, работа в паре давалась тяжело. Но сильный тренерский состав, терпение самих танцоров и усердный труд сделали свое дело. Нам соло больше всего нравилось. И мы не привыкли как в паре танцевать. А вот уже сейчас нам уже как-то полегче стало танцевать, потому что уже и опыта набрали. Ну, он очень хорошо танцует. Мне он нравится как партнер. Сейчас у ребят усиленные тренировки. 14 июля они вылетают в Китай на чемпионат мира. Мечтают, конечно, о победе. Так хотят громко заявить о своей стране – Приднестровье. Конечно, постараемся принести, но это будет трудно. Ольга Гаврилова и Роман Донец. Первый приднестровский телеканал.